Я приветствую всех зрителей моего канала и хочу рассказать об такой вот бирже Quark. Это магазин и биржа фриланс услуг. То есть любой фрилансер может здесь заработать какую-то определенную сумму в зависимости от его умений, скиллов, как говорят игроманы, то есть навыков и умений. Как конкретно здесь можно заработать? Огласите весь список, пожалуйста. Как мы видим, здесь есть вкладки «Дизайн», в которой содержится еще несколько вкладок, «Разработка и IT», «Тексты и переводы», «Маркетинг и реклама», «SEO и трафик», «Аудио и видео», «Бизнес» и «Стиль жизни». Итак, рассмотрим каждый из них, ну, не совсем подробно, но приблизительно. Итак, допустим, вы умеете хорошо обращаться с фотошопом или с другими фоторедакторами. Вот, пожалуйста, вы можете освоить вот такие виды заработка, создавая логотипы, баннеры, иконки, визитки, создавая дизайн для сайтов, для соцсетей. Это конкретно делаются шапки для разных групп ВКонтакте, шапки для каналов на Ютубе. То есть можете заняться графическим дизайном, выкладывать готовые шаблоны и картинки, создавать иллюстрации и рисунки, ну и прочее. Разработка IT это уже посложнее для тех, кто изучал программирование. То есть вы можете создавать сайты, верстать их, дорабатывать, настраивать, создавать сайты под ключ, писать скрипты и боты, работать с доменами и хостингами, настраивать их. Так, вот вы можете создавать мобильные приложения, программы для ПК. Подрабатываю. Что значит подрабатываю? Кто хочет заниматься чем-то попроще, для тех подойдет вкладка «Тексты и переводы». Здесь вы можете просто писать статьи и продавать их, сценарии, если вы творческая личность. Писать резюме и вакансии, спрашивая у человека его основные хорошие там качества, навыки. И составляя из них резюме для подачи будущему работодателю. Также можете наполнять контентом какие-то группы в социальных сетях или те же сайты статьями. Так, ну вот есть редактирование и корректура, если у вас с русским языком было все в порядке. А если вы знаете иностранные языки в совершенстве, можете переводить их на русский и продавать также эти статьи. Или делать наоборот, то есть с русского переводить, например, на английский. Подтверждаете? Подтверждаю. Так, вот следующая вкладка «Маркетинг и реклама». Если вы умеете рекламировать и пиарить что-то, вы можете предложить свои услуги здесь. Также, если вы умеете настраивать контекстную рекламу, также можете этим заняться и предлагать свои услуги. Можете раскручивать группы в социальных сетях или аккаунты. Также можете предложить здесь свои услуги, ну и прочее. Что касается вкладки SEO и трафик, то она больше относится к сайтам. То есть сайты, которые продвигаются в поисковых системах Яндекса и Гугла. Подтверждаете? Подтверждаю. Так. Здесь, как видим, есть аудит и консультации. Если вы сами не ведете сайты, но, например, у вас опыт и есть их ведение, продвижение, вы можете давать кому-то консультации. А аудиты – это проверка чужих сайтов на наличие ошибок и рекомендации по их исправлению. Также вы можете заняться поисковым продвижением, то есть брать на продвижение сайты и брать, естественно, за эту плату. Охлавкач. Так, можете просто составлять семантическое ядро. Что это такое? Это список ключевых слов по тематике сайта, который ваш клиент хочет продвигать. Например, он хочет продвигать сайт о пластиковых окнах, то есть и семантическое ядро должно состоять из этих же слов. Например, вставить пластиковое окно, купить пластиковое окно, как устанавливается пластиковое окно. Ну вот в таком роде все. Вы можете предлагать ему продажу ссылок. Допустим, у вас есть прокачанные аккаунты на каких-то форумах, или у вас у самого есть прокачанные сайты, на которых большое количество трафика, например, 10 тысяч в сутки вас посещает. Вы можете предложить ссылку с этого сайта другим сайтам, у которых более мелкий трафик. Так, ну вот есть работы по трафику. Так, следующая вкладка «Аудио и видео». Вы можете предложить свои услуги по аудиозаписи, озвучке. Если вы музыкант, например, или поэт, можете предлагать написать песню, музыку сочинить. Можете отредактировать аудио. Ну, в общем, вот почитайте подробнее. Так, что касается вкладки «Бизнес».
Тут вы можете выступать в качестве бизнес-коуча, то есть бизнес-тренера, или консультировать бизнесменов. Также вы можете заниматься бухгалтерией и налогами, если у вас есть соответствующее образование. Если вы юрист, то можете оказывать помощь юридического характера. Также вы можете выступать в качестве персонального помощника, ну, естественно, на удаленном варианте работы. Можете выступать в качестве управленца каких-то проектов, например, вести сайты, социальные группы в сетях, то есть группы в социальных сетях. Нейминг – это создание брендовых имен. Например, человек открыл кофейню, но не знает, как ее называть, чтобы она привлекала внимание покупателей. И вот нейминг – это как раз та тематика, та область, вернее, которая занимается вот такими вот названиями. Например, можно назвать кофемания, но это в качестве примера. Подтверждаете? Подтверждаю. Так. Вот. Так, вот есть продажа сайтов, так, стиль жизни. Итак, вы можете выступить также коучем, то есть тренером по здоровью и красоте, учить людей, как привести себя в красивый вид, ну, там, здоровый образ жизни соблюдать, там, ну, типа персонального тренера. Можете выступать тренером по путешествиям и туризму, как вести, например, себя в дикой природе, в экстремальных условиях, то есть, ну, вот, тут есть все остальное. То есть, на всем это вы можете зарабатывать. Кто не работает, тот ест. Теперь... Что самое простое здесь может быть? Допустим, вы можете просто, вот, смотрим социальные сети, переходим сюда. Например, вы можете начать с малого, то есть просто привлекать подписчиков в группы в социальных сетях или подписчиков на аккаунты. Группы в основном это Twitter, Facebook. В основном тут востребованы не эти, конечно, группы, не эти социальные сети, а ВКонтакте и Одноклассники. ВКонтакте, потому что там можно что-то продавать, например, рекламу. То есть раскрутить группу до миллиона, как сказать, участников и продавать там платную рекламу. То есть тот же получается пассивный заработок. Вот, например, есть по Ютубу услуги. Ну, тут, в общем, можно найти множество. По Инстаграму, да, вот популярный получается Ютуб, ВКонтакте, Инстаграм. То есть, ну, все это делается для того, чтобы накрутить как можно больше свой аккаунт. Это конкретно про Инстаграм. ВКонтакте в основном накручивают группы и просто предлагают потом размещение платной рекламы. Подтверждаете? Подтверждаю. Так. То есть, если вы умеете раскручивать вот такие вот аккаунты или группы, то вы можете разместить свою услугу и предлагать ее подписчикам. То есть, ну вот посмотрим конкретно данные Quark. Называется раскрутка Instagram. Более подробно. Итак, раскрутка подписчиков в Инстаграме. Стоит данный Quark 500 рублей. Из них определенную комиссию, кажется, вроде бы около 100 рублей, заберет себе данный сервис, который называется Quark. Вы получите на руки где-то около 400 рублей, приблизительно. Я не говорю, что это точные цифры. Итак, автор предлагает один день на выполнение данного кворка. И указывает количество подписчиков 500. И тут есть пояснение. За 500 рублей вы получите 500 подписчиков. Если требуется больший объем, впишите его в поле. Цена заказа пересчитается. Минимальная цена заказа 500 рублей. Ох, ловкач! Итак, вот здесь, нажав на эту кнопку, вы можете заказать данный кворк или, нажав на эту кнопку, просто добавить его в корзину, но не оплачивать. Здесь есть гарантия возврата 100%. Средства моментально вернутся на счет, если что-то пойдет не так. То есть, если будете выступать в качестве исполнителя, вы должны учитывать все вот эти нюансы. Так, вот здесь будет отображаться количество выполненных вами заказов. Зеленые и красные кружочки обозначают положительные заказы. Отзывы, вернее, и отрицательные отзывы. Чем больше будет зеленых отзывов, а красных, например, будет вообще нисколько, то есть ноль, тем больше будет доверие к вам со стороны заказчиков. Здесь указаны заказы в очереди. Например, вы к вам обратился человек, и он видит, что у вас здесь стоит, например, 10 заказов в очереди. И он понимает, что вы пока заняты, поэтому к вам обращаться не будет. Поэтому вам стоит работать побыстрее. Так. Что конкретно нужно писать в описании к выполняемому вами кворку? Итак, вот здесь вы пишете описание, то есть кворка, какие-то требования к заказчику, если он вам хочет к вам обратиться с этим заказом. И вот здесь указываете сроки выполнения, тип, вид,
тип подписчиков. Вот видите, он сразу пишет, что это боты. То есть это, видимо, нужно так для начального, для начальной раскрутки аккаунта, чтобы подписывались живые люди, видели, что в Инстаграме у человека уже 500 подписчиков, и они охотнее подписываются на такой аккаунт, чем на аккаунт с нулевым количеством подписчиков. 300 подписчиков на паблик ВКонтакте без ботов и программ. Имеет высший рейтинг 5 звезд из 5 возможных. Как видим, так, здесь добавлено сердечко, то есть в избранные добавлено. Так, нажимаем сюда и переходим. Итак, он пишет, что выполняет за 6 дней этот заказ, берет за него 500 рублей и привлечет вам в группу, в паблик ваш, 300 подписчиков. Репутация у него, как видим, высокая. Выполнено заказов, вот видите, 11 917. Вот умножьте это на 500 рублей и посчитайте, какая сумма получится. Или вернее, мы сейчас сделаем это с вами сами. Так. Итак, умножаем 11 917 заказов, умножаем на 500 рублей и получаем 595 тысяч, ой, вернее, ошибаюсь, 5 985 500 рублей. Что? Ты мне не веришь? На сайте он уже с марта 16 года. Вот видим, в заказах очереди 1, оценок положительных 9728, отрицательных 71 отзыв. Так, смотрим дальше. Рекомендуем также. Вот видим, здесь есть еще другие такие же кворки с привлечением подписчиков. Здесь вот 400 подписчиков привлекут, здесь 500, здесь 500. Так, вот видим, здесь отзывы по кворку положительные, отрицательные. Вот видите, здесь пишут ему заказчики, положительные отзывы. Ну, в общем, вот такая вот несложная работа на кворке, может быть, у вас поначалу. И видим, 144 человека добавили данный кворк в избранные, ну, в том числе и я тоже. Например, есть услуга YouTube под ключ. Вы, например, можете просто создать канал человеку, то есть оформить ему шапку красивую там, и вот можете продать такую услугу. Так, если вы совсем ничего не умеете, вы можете поискать в интернете сервисы, которые накручивают дешево подписчиков. Допустим, они накручивают за вот тех же, здесь видите, указано 300 подписчиков. То есть они с вас возьмут по, скажем так, по 10 копеек, например, за подписчика, да? И вы потратите всего 30 рублей. А здесь вы их перепродадите за 500 рублей, понимаете? Ох, ловкач. То есть 470 рублей прибыли минус 100. 370 рублей у вас будет прибыли чистой, понимаете, в день. А умножим это на 30, то есть на месяц. 30 это количество дней. И у вас получится сколько? 9 тысяч рублей в месяц, правильно? Если будете выполнять по 2 заказа, то, соответственно, у вас будет 18 тысяч рублей в месяц. То есть простая арифметика, ничего сложного. Подтверждаете? Подтверждаю. Подтверждаю. Так. То есть рекомендую вам, что сделать, если вы уж так зашли и подумали, что ничего здесь не можете сделать. Не торопитесь отмахиваться. Походите, поизучайте, посмотрите, пообщайтесь с исполнителями, позадавайте им какие-то вопросы, но не говорите в открытую, что вы хотите тоже здесь зарабатывать, типа я ваш конкурент, научи меня как. Никто вас этому учить не будет. Подрабатываю. Что значит подрабатываю? Конкуренты здесь никому не нужны. Здесь вообще на кворке так-то очень высокая конкуренция, если говорить по-честному. Поэтому пробиться будет здесь нелегко. Но если вы пробьетесь и начнете здесь зарабатывать, то это будет весьма неплохим источником дохода. Будешь богат и счастлив. Потому что постоянно люди приходят, постоянно что-то заказывают. Вот видите, у данного даже кворка высший рейтинг. То есть, еще раз давайте перейдем на него, чтобы посмотрим. Итак, смотрите. У него выполнено 9728, да, положительных отзывов, вернее, у него написано. Он выполнил 9000 кворков. То есть 9000 у него было заказов. И возможно, что к нему некоторые заказчики возвращались заново, понимаете? Они снова у него заказывали этот же кворк. Вот даже почитаем. Вот, смотрите, второй отзыв. Качество и гарантия 100%. Один из лучших в своем деле. Вот видите?
И вот еще отзыв. Спасибо, все как всегда, быстро и точно. Рекомендую данного исполнителя. Спасибо за работу. Вот видите, ключевое слово. Все как всегда. То есть, видимо, скорее всего, вот этот вот человек заказывал неоднократно у него этот кворк, понимаете? То есть, групп же ВКонтакте можно создавать хоть сколько, правильно? Вот поэтому призадумайтесь над этим способом заработка. А я желаю вам удачи по зарабатыванию денег в интернете. До встречи в эфире.